столетие отметила железная дивизия. Соединение, сформированное летом 1918 года, прошло через огонь трех войн. В рядах дивизии отслужили более 500 тысяч воинов. Память погибших почтили в окружном доме офицеров. Время серебряных блесен. На реке Самаре прошли любительские соревнования по ловле хищной рыбы. В чем секрет результативного заброса и какие приманки работают этой осенью? Поделимся. Выставка, посвященная кинодивам прошлого столетия, грандиозный показ, шоурумы и лекции о моде. В Самаре завершились поволжские сезоны Александра Васильева. Почему маэстро считает, что уродство в моде? Наши корреспонденты узнали. Об этом и не только сегодня в 20:30.